Хочется поговорить про проекторов и про стратегию проекторов. Итак, стратегия проекторов — ждать приглашения. Почему так? Я сейчас поделюсь немножко личным опытом, и, возможно, станет понятно. Часть людей приглашает нас в свою жизнь. Мы точно знаем, что они хотят нас видеть в ней. Да, это наши друзья, супруги, дети во многом. Вот. Но дело в том, что каждый раз перед встречей я стараюсь получить какой-то импульс от людей, которые мне близки, для того, чтобы мы встретились, для того, чтобы эта встреча состоялась. Почему? Почему так? То есть я стараюсь, чтобы они все-таки писали мне первые, приглашали меня куда-то. И когда импульс от них поступает, то дальше я с большой готовностью демонстрирую, что я очень хочу встретиться, я очень хочу пообщаться и дать внимание. Почему это происходит? Дело в том, что проектор — это тот человек, который пришел сюда, чтобы давать внимание другим людям. И чтобы дать это внимание, другой человек должен захотеть его, он должен быть готов его принять. И если вы сами инициируете встречу с кем-то, даже если этот человек хорошо к вам относится, любит вас, то в этот момент чувствуется, что как будто бы он вынужден давать вам энергию, да, если это вы сами инициировали, если он хорошо к вам относится. Но такой возможности принять у него нет, потому что у него не было запроса на общение с вами именно в этот день, в эту минуту. И он, может быть, не готов услышать то, что вы говорите, не готов вместить в себя это внимание, потому что люди находятся в разных процессах, и иногда генераторы, да, они заняты, и им не нужно, они не застряли в своих процессах, у них нет сейчас никаких сложностей, да, им не нужно это общение, не нужно вот это внимание. Если синициировать встречу в этот момент, да, то потом приходит вот это ощущение горечи, что как будто бы человек не был полностью с вами, он отвлекался, он был занят в своих процессах, и это очень грустно для проектора. Именно поэтому, чтобы защитить себя от этой горечи, да, лучше дождаться приглашения. Можно рассказывать что-то о себе, можно быть, где-то социально, в соцсетях активным, да, чтобы люди помнили о тебе. Но инициировать общение